преддверии Олимпийских игр в Сочи олимпийская карусель завертелась и в средней школе номер 12. Здесь прошла спортивно-познавательная игра, благодаря которой учащиеся школы смогли физически активно и в то же время увлекательно провести время, как можно больше узнав о культуре, истории, достопримечательностях стран-участниц будущих олимпийских баталий. Здравствуйте, дамы и господа! Вас приветствуют Франция, Елисейские поля, Эйфелева башня, Жерар Депардье. Путешествия по странам сопровождались как видеопрезентациями, так и возможностью поучаствовать в национальных спортивных играх, соответствующих тому или иному народу. Программа олимпийской карусели была обширной. Ребята путешествуют по странам, хозяйкам зимних олимпийских игр. Узнают много интересного и познавательного об участницах этих игр. Соревнуются в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Я думаю, что из ребят нашей школы вырастут достойные в будущем спортсмены и участникам с последующих олимпийских игр. В увлекательных спортивных приключениях было место и символично зажженному олимпийскому огню. Командный дух сплотил все страны и всех учащихся школы. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.